Снижение ставки по ипотеке в новостройках региона на 3% поможет сэкономить подмосковным семьям до 1,5 миллиона рублей. Новая целевая программа разработана по поручению губернатора Андрея Воробьева. Правительство региона будет направлять субсидию напрямую в банки. Это позволит снизить процентные ставки по ипотечным кредитам до 6%. Эта мера поддержки распространяется на молодые семьи с ребенком, в которых хотя бы один из родителей имеет постоянную прописку в Московской области. При этом малыш должен быть рожден в Подмосковье и зарегистрирован с 1 января 2020 года. Мера поддержки вступит в силу с 1 апреля.